Ну, если коротко о голе, может быть, что-то скажешь все-таки? Даже о голе нечего говорить, потому что сыграли в итоге ничего, пропустили в последние секунды. То есть это заслоняет... Все эмоции заслоняет, поэтому не могу даже комментировать это. Какой-то раздевалки есть недовольство после такой ничьей? Сейчас не очень лучшие результаты. Да, ну, беседу в раздевалке там бывает на повышенных тонах, но... Сегодня? Да всегда никто не будет доволен после такого. Поэтому будем стараться решать это побыстрее. Ну, с вами-то встряхнул разговор с болельщиком. И был ли ты на нем вчера? Да, я был. Но, кстати, мы все одно целое. Они тоже помогают, ну, как сказать, помогают нам во всем. Вчерашняя беседа все равно добавила эмоций. Говорят, что это была беседа на повышенных тонах. Не знаю, кто говорит, поэтому все нормально по беседу, поэтому. Ну какой был посыл основной от болельщиков? Понятно, что там 7-1 Зенитом это. Я сейчас не хочу это разглашать, потому что это все равно между нами. Но... мы одна семья, поэтому это останется у нас. Ну, ты понимаешь, как, что произошло в Питере? Просвет от этих результатов неудачных. Что нужно сделать, чтобы они улучшились? Ну, не знаю сейчас. Не знаю, как это. Что в Питере произошло? Ты понимаешь, сейчас уже прошла неделя? Не могу сказать даже. Ну, все, давайте отпишем. Спасибо вам. Спасибо. Что-то ладно,